Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев вручил государственные награды федерального и регионального значения. Этот день станет памятным для 30 жителей республики. На церемонии награждения побывали и мои коллеги. Ветерану Великой Отечественной войны Нилу Морозову сегодня объявили благодарность президента России. Нил Гаврилович прошел всю войну, завершил ее в Японии. На его счету – участие в великих сражениях. Судьба была милостива к нему. Он вернулся живым. Долгие годы возглавлял Комитет ветеранов войны военной службы. До сих пор, по мере сил и возможностей, участвует в работе по патриотическому воспитанию молодежи. Почетного звания заслуженный врач Чувашии удостоилась заведующая отделением Центральной городской больницы Антонина Стрункова. Почти 30 лет она работает врачом. Признается, что с детства мечтала помогать людям. Мне своя работа очень нравится. Я с детства, с лет 8 мечтала стать врачом. Это было мне по душе. У меня тетя была врачом, у меня крестная мама была фельдшером, работала очень долгие годы. Я на работу иду очень с настроением. Я больных очень люблю, уважаю, стараюсь всегда им помочь. Заслуженным лесоводом Чувашской республики стал начальник участка Ильинского лесничества Анатолий Касьянов. Почти 40 лет он занимается восстановлением лесов на территории местного лесничества. Сразу 3 человека получили звание «Заслуженный работник промышленности Чувашской республики». Это слесарь механосборочных работ, микрохирургии, глаза и контур Вера Астрова, главный конструктор Чувашторгтехники Николай Христолюбов и старший мастер сборочного производства предприятия «Экра» Нина Маркова. В числе награжденных – люди разных профессий и статусов, но всех их объединяет одно. Но любовь к своей родине, желание сделать ее лучше. Галина Титарчук, Анастасия Лангина, Андрей Спиридонов, Республика.